смотри, озеро, давай прыгнем. Там же холодно, мы замерзнем. А, ну да, сейчас же осень. Смотри, сколько здесь всего интересного. Ага, тут и озеро, и качели, и какие-то зеленые штуки. И куча веток. Да. Куда вы ушли? Погодите. Куда же вы? Ура, вы вернулись. Кстати, как тебя зовут? Не знаю. А тебя? Я тоже не знаю. Мама говорит, то, что нас зовут Акча и Айла. А, понятно. Пошли за мамой. Пошли. Ой, мама, мама, а это что такое за черная штука? Побежали, побежали. Ой, что это тут с землей случилось? Ее распахали. Говорят, то, что с помощью этого люди получают еду из этой земли. Как такое возможно? Я тоже не понимаю. Побежали! Побежали. Ой, смотри, сколько тут ленточек. Да, я не знаю, что тут происходило, но это очень красиво выглядит. Ой, ой, а кто это? Смотри, да, кто это? Какие-то непонятные белые штуки. Животные? У них есть крылья, это, наверное, птицы, но почему они не летают? И почему они живут на нашей территории? Ау! Ау! Уйдите от нашей территории, мы не дадим родину в обиду. Согласна. Побежала, я посмотрю что-нибудь еще. А я пока за ними понаблюдаю. Ладно, побежали. А то тут уже скучно стало. Сейчас, погоди. Ладно, все, пошли. Мама, пошли уже. Побежали по другим местам. Побежали. Мама, что ты там интересного нашла? Ой, что-то у меня зачесалось.